Знаешь, Игорь, как называют человека, у которого дофига очков? Очковый магнат. Danger Master. Дай я угадаю, офис, любимая карта, на которой будет сейчас какой-нибудь бомбеж, да? Ну, в смысле будет, он обязан там быть. Когда? Это я! Я знаю, блядь, я уже начинаю какой-то бомбеж. Пошли, размолотим. Бери пулемет, крошить супостатов, ёбаный рот. Славяне сила. Ну, зная нас, нет. Блять! Спасибо. Ты спас мою жизнь. Теперь я готов тебе дать свою очку. Не надо, блять. Быстрее, я. До куда доходить? Иди дальше, иди. Блять, он просто споткнулся. Подожди, я не могу прекратить угорать. Игорь, блин, по-моему, он слушай, у нас три дебила, блин, у всех амапы. Или сейчас будет первый килл. Сейчас только тебя убивают. Но я ж не сказал, кто кого убьет. Я просто сказал, что будет первый килл. Сейчас буду я такой. Это был я. А, ты один остался. Можешь взять у них оружие, либо у меня там был мой юм. Можешь взять хуй в жопу? Короче, беру по 90, беру дымовуху, все. Можешь меня сразу хоронить. Я возьму... Хорони зипса. Меня сразу. Я зипса взял. Да поможет нам, блять, боже. Дабл. Видишь, два яйца. Вперед, за яички. Чего, блять, несу? Я не знаю, но мне нравится. Коннектор. Понял. Да, блять. Ни хрена себе, мы победили. О, каваш. Сейчас я каваш дам. Ты с кавашом умеешь играть? Ну давай. И купи себе броню. Наконец-то. Держи. А, у тебя уже есть хаос. Я мог раньше сказать? Нет, скучно живется. Никакой... А это ты? Отлично, у меня уже лол хп. Отлично. Ири, спасибо за хаешку. Всегда, пожалуйста. У меня еще сейчас будет. Нет. Задолбался словами своими уже. Уже давно просмириться. Славяне не сила. А что ж такое, блядь, почему мне, сука, никто не помогает? Что ты мне не помогаешь? Потому что я занят. Чем? Картошку собираешь? Я двоих убил. И что? Ты друга не уберег. Задача любого шиноби — охранить друзей. Ты что, не знал? Стой. Прости меня, брат! Не хотел! Все, доволен. Да. Ну и все, иди нахуй. Один запушил. Да тут не один. Судя по карте, тут целая это, комбой. Упал. Так, все, теперь мы оборона. Все домушники, все, блять, воры в законе. Пацаны, мы гражданская оборона, вперед. Все идет по плану. Почему гражданская оборона? Потому что, во-первых, это граждане. И мы должны сейчас оборонять от того, чтобы их забрали. Логично, значит, мы гражданская оборона. Все идет по плану? Нет. Что, спецназовский мир победил? Пистолет оказался... Юсп оказался сильней? Так, что ли? Все, что угодно оказалось сильней, кроме нас. Или ладно, я иду к тебе, ладно. Пусть охуеют. Блин, я... Дурак напуганный. Да, блядь! Ну что, пришел ко мне? Они мне тут целые подарки... Стой, короче, на шахте дальше. Стой, стой на шахте.
Вау, я такой полезный, Яш. Последнее окно будет. Я, пожалуй, отойду. Фух, я чуть не помер. У меня 11 хп. Знаешь, что тебе пизда? Пластмассовый мир победил. Кирпич оказался сильней. Алло. Алло. Что ты за дурачки уже обитают? Рассказывай. Глянь сюда. Глянь назад. Да, одевай. Видишь, это кровь? Это твоя. И это был не я. Мы попали туда, куда надо. Пошли. Это замечательно, Игорь. Знаешь, давай-ка я его сделаю так, чтобы он нас боялся. Пока напишешь. Сейчас будет флешка. Возможно, от своего. А, понял, где лост. А что он нахуй? Ну все. Наблюдай за тем, как тебе дают пизды, сплошные удовольствия. Погоди, а где? Я ж купил дигл. О, у них двое уже покинуло. Вот, есть идея, когда покидаемся оружием друг друга? Давай. Посмотри, что сзади творится. О, погоди-ка. Все. А где мое? А вон оно. Ладно. Верни мне мои гранаты, кстати. Погоди-ка, одну секунду. Все, сам найдешь. Ты понимаешь, что я голый, как Соко сейчас? Я это погибаю. Ладно. Знаешь, если ваша туса не похожа на это, то даже не приглашайте меня. Ура, я не первый. Не переживай. Звание второго еще никто не отменял. Я выжил! Хоть что-то. О, кавашка. Моё. О, кстати, ты почти ёбнул. Кого? Тебя. Одна миллисекунда, и ты был бы труп. Почему мне кажется, что тебя бы за это забанили? Да не, все было бы со мной нормально. А то есть только меня банят за то, что я... Да вообще, качки, давайте. Хуёвый из тебя тренер, блядь. А ты, блядь, не тренировался. Всё, блядь. Хуёвый из тебя тренер. О. Ждём извинений. Купите прайм статус. Тренера ответ, блядь. Слушай, ты видишь, мне за награды выпало? Нет, не вижу. А меня ж написали. Ну. Купите прайм статус, чтобы получать случайные выпадающие предметы. Хоть у меня прям, мне бы что-то выпало. Я сижу такой, думаю, блин.